Тимур Хайдаров, признанный звездным пластическим хирургом, внес неоценимый вклад в сохранение молодости и красоты многих известных личностей, включая Филиппа Киркорова. Однако, даже у самых опытных профессионалов иногда возникают трудности. По последним данным, Тимур Хайдаров принял решение закрыть клинику ООО «Русская медицина». В своих заявлениях хирург утверждает, что несколько лет назад он совместно с партнером открыл этот медицинский центр, но проект не оправдал ожиданий. Многие немедленно предположили, что закрытие учреждения связано с громким скандалом, который затронул все слои общества в 2023 году. Тем не менее, хирург уверенно опровергает такую информацию. Это никак не связано абсолютно. Это юрлицо мы открывали, по-моему, в 2021 или 2022 году. Планировали, что это будет медицинский центр для реабилитации, хотели запускать ДАП направление, БАДы и так далее. Но открыли другую клинику с другим юридическим адресом, поэтому решили пока закрыть эту, заявил хирург. По словам Тимура, клиника за последнее время привлекла внимание проверяющих органов. В связи с тем, что деятельность Хайдарова и его бизнес-партнера не успела начаться, им пришлось закрыть проект. Позже была открыта клиника IQ Plastic, которая стала главным трудом Тимура. Бывают ситуации, когда открыл компанию, но не пришел к осуществлению проекта. Параллельно появилось другое предложение, тоже по медицине, рассказал Тимур.